Мем 40, 6, 300, 340, Хей 5, 345. Рабейну, Реш 200, Бет 2, Ю 10, Нун 50 и Вау 6. Будет 268. 268 и 345 будет 613. Бог знал, что Моше Рабейну приведет Тору в этот мир, который имеет 613 мицвот, из-за этого назвал его именем в будущем Моше Рабейну, который будет приводить 613 мицвот. Сейчас я хотел бы слово предоставить.